Единственное время, в которое мой теневой цветник покрыт солнышком, это раннее утро. Сейчас как раз очень рано. Сейчас май 22-го года. Вот распустился троллиус или купальница одного из сортов. Морозник. Завязал коробочки с семенами. Бузульники, гехеры, астильбы, все теневые растения. Вот сердечки децентры. Тут будет хоста, много астильб, вот еще хоста, аквилегия. Такая вот у меня теневая грядочка. Сейчас самое раннее утро. Солнышко только сейчас здесь. Я на даче в Подмосковье. Какой сегодня красивый, яркий день. А вот моя клумба самая солнечная. С пионами, ирисами и лилейниками. Немножечко разбавлено весенними луковичными. Вот. А в основном у меня, ну там еще одна есть клумба, а в основном у меня травка газонная.